Медитация крия-йоги невозможна, если палочки будут вас отвлекать, если красивая музыка будет вас отвлекать. Это не медитация. Это значит, вы в релаксе находитесь. Это такой релакс-йога, как сейчас принято. Улыбка, пальцы неправильные выдерживаются, музыка красивая, всем хорошо, 15-20 минут, все, он йог. Вот. А медитация невозможна, если у вас на поверхности ваши уши слушают музыку. Так, вот здесь какая красивая флейта. Это же не медитация, вы все время думаете, вы анализируете. Благовоние тут, либо чихать хочется, либо вы думаете, о, эти палочки прекрасны. Они, наверное, не химического происхождения. Это не медитация.